«Омаж» в переводе с французского означает «преклонение». Выставочный проект «Сутин. Легенда Атлантиды Литваков» белорусского автора Олега Попельского – дань преклонения перед великим живописцем и земляком Хаймом Сутиным. История возникновения нашего, скажем так, интереса к Сутину состоит в том, что уже долгие годы мы занимаемся созданием ряда работ, связанных с раскрытием темы многонациональной Белоруссии в ее сакральных ценностях. То есть эти ценности мы хотели бы представить в камне. И в этом наша выставка, наша коллекция уникальна. Выставка белорусского автора Олега Попельского – это 15 сюжетов из жизни Хайма Сутина. Она рассказывает о том, что было бы, если Хайм не умер в Париже, а возвратился бы в Беларусь. «Коли теплой хаты души». То есть здесь, на этой работе, мы видим самого Хайма Сутина, он в центре. Это вот. Да, в центре этой работы. И они представлены на фоне холодной синагоги Минска, которая стояла когда-то на Немиге. Это исторический факт, это действительно, эта синагога простояла там 450 лет. Она была снесена потом в 65-м году. Вот. И рядом здесь находится вот такой показан момент, где обучались еврейские дети. Хаим Сутин является ярким представителем еврейского народа, который проживал долгие годы на территории Беларуси. Эта диаспора была многочисленна, если говорить более точно, являлась одной из самых крупных диаспор в Европе. Здесь проживало свыше 1 миллиона человек еврейской национальности. Хаим Сутин родился в 1893 году в деревне Смиловичи Минской губернии, входившая в то время в состав Российской империи. Давайте начнем по порядку. Покажите эти сюжеты, где он учился, да. И как он попал в Париж, где стал известен на весь мир. Где-то уже в 14 лет он появляется в Минске. Тут обучается в художественной школе Крюгера. Мама дала ему деньги, и Хайм переехал в Вильно. Со своим другом Кремнем эта школа была связана с именем такого большого, ну, по тем временам живописного, и руководителя этой школы Ивана Трутнева. Ну, а в 21 юноша решает уже переехать в Париж. Именно там он состоялся как великий художник. Начиная с года, когда он уехал с Вильнюса в 13-м году, и до 15-го не находят ни одной работы. Только в 15-м году разникает работы, и они уже свидетельствуют о его таком состоявшемся таланте. То есть мы можем говорить о том, что это действительно парижский художник, но это художник литвак. Он вобрал всю историю, всю боль своего народа и представил ее непосредственно уже за границей. В то время Париж был центром притяжения многих художников. И первые 10 лет Хайм жил в бедности. Ему было очень сложно, потому что именно в те времена в Париж съехались около 40 тысяч художников, и каждый мечтал о славе. И Хайму все-таки удалось поймать удачу за хвост. Действительно состоит уникальность мастерства Сутина, что среди вот такого количества художников, десяток тысяч, он был обнаружен и стал знаменит в течение каких-то там недель. Когда его непосредственно работа купил один из больших коллекционеров уже на тот времени, это американский врач и одновременно коллекционер Барнс. Вот он сразу приобретает 50 работ Сутина, и на следующий день весь Париж бурлит. Живопись Сутина действительно уникальна в определенном смысле слова. Его нельзя причислить ни к той школе.
вот как яркого представителя этой школы. Он где-то, как любой гений, остался посередине. Он не примкнул ни к одной из них. Вместе с тем, по большому счету, он не создал такого широкого явления своих последователей. И поэтому, вот, знакомясь с различными произведениями художников тех лет, он бесспорно ярко себя проявляет в своем таком уже мастерстве. Автопортрет в зеркале. То есть это Сутин сам себя так изобразил. И мы его посадили за стол, вместе с известной картиной, которую знают все в Беларуси. Это Ева. Она единственная, одна из немногих портретов вот таких картин, которые Белгазпромбанк когда-то привез. И она является, ну, в общем-то, известной живописной такой работой портретной. 1 805 000 долларов, да. Еву он рисовал достаточно много, порядка 20 работ, связанных вот с вот этой женщиной. Наверное, она имела отношение какое-то к его творчеству и его личной жизни. Но в нашем случае она имеет отношение к тому, что мы хотим подчеркнуть вот эту Еву, которую все знают, что она непосредственно Сутиным, а не за столом. И здесь тут, если мы видим элемент натюрморта, это тоже сутинских работ – яблоки и тарелка. Это вот Сутиниада, это знаменитый его друг здесь присутствует уже непосредственно Модильяни, пришел к ним третьим, уже вот они пересели по-новому. И здесь мы наблюдаем следующее, опять картина натюрморта Сутина, это связано с его гладиолусами. Модильяни любил, в общем-то, достаточно шумные компании, был всегда на веселе. Вот здесь тут уже с натюрморта другого Сутина есть у нас уже бутылка вина. Когда мы познакомились более глубоко с этим художником, мы поняли, что он чрезвычайно популярен на Западе, во Франции, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки. Он является, можно сказать, мэтром экспрессионизма американского. И в этой связи, знакомясь с его работами, мы обнаружили для себя такое явление, что он покинул родину, больше никогда не возвращался в нее. Создание такого фантастического рассказа, фантасмагорического, можно так сказать, рассказа, связанного с его возвращением на родину, где бы вот его работы, то есть его персонажи, которые он рисовал в своих картинах, то есть портреты его, стали бы его сопутчиками. Вот они заходят, его попутчики заходят в храм, непосредственно это подчеркивается его принадлежность литвакам. Поэтому вся выставка у нас и названа «Легенда Атлантиды Литваков». То есть каждой работой нашей, мы обратите внимание, есть небольшой планшет, который рассказывает, какие сюжеты легли в основу, какие работы Сутина легли в основу вот данного нашего сюжета. То есть мы видим, это «Дети в грозу» его, в данном случае мы их поместили непосредственно на еврейское кладбище. Это уже он находится в Смиловичах. Следующая работа – это знаменитые певчие, где они стоят непосредственно у могилы родителей Хайма. Это мать и отец. И здесь надо заметить следующее, что много ошибок есть в литературе по поводу того, что они где-то погибли в войну. Они умерли в 1932 году. То есть ради чего приехал Хайм? Он приехал на могилу своих родных. И вот на этом еврейском кладбище похоронен его брат родной, который тоже был назван матерью Хаймом. И вот когда умер этот маленький его брат Хайм, в честь его мать назвала второго вот родившегося Хайма Сутина опять Хаймом на памятнике Хайм. То есть вот эта история, название, вот история самой жизни Хайма. То есть он был назван в честь умершего ранее брата.
Я думаю, что он добился такого признания достаточно быстрого, хотя, говорят, он голодал, действительно голодал. Немного голодать пришлось, порядка 10 лет. Это действительно было так. Но, полагаю, в первую очередь он знал себе цену. Все-таки он говорил о том, что я стою и Пикассо, и Модильяни, и Шагала вместе. Я их круче и лучше, понимаете? То есть вот это его была такая оценка. Хотелось бы узнать какие-то детали из жизни Хайма Сютина. И вот давайте пройдемся еще по выставке, и вы расскажете. Вот я вижу интересные валенки из Мелической фабрики. Но это, так скажем, 10-й сюжет, который лишь подчеркивает, что Хайм у себя над своими путешественниками. Вот очень интересный сюжет 11-й. Начало, истоки такого... вот взаимосвязи с одним из очень тоже ярких художников, тоже экспрессионистов, это непосредственно с работой знаменитого Мунка. Это «Крик». Вот если вы обратите, мы вот эти две работы, вот его сам непосредственно сзади, на заднем фоне мы видим «Крик», а здесь «Молящийся». «Тленность бытия». Ряд работ, это, по-моему, их 9 работ, ярких таких работ Сютина, был посвящен именно вот этому, письму, связанному с изображением туш. И это одни из самых дорогих картин Сютина, где изображены вот эти бычьи туши. А почему именно бычьи туши? Это странно. Да, странно, но мы находим в этом направлении, в этой тематике, его глубокие переживания из детства. Это как бы представляется нам, связанное с тем, что он был свидетелем вот тех еврейских погромов, которые наблюдались в тот период жизни, когда он проживал этих Всмилычах. Существуют различные рассказы, бытуют рассказы, как вел себя отец, спасая своих детей, в том числе Хайма Сютина. Он их прятал, разрывал подушки, перьями рассыпал по этому самому по двору, обрезая курицы голову, делал вид, что тут уже прошел погром, чтобы оставили вот эту семью в покое. Это на маленького Хайма имело такое сильное впечатление, поэтому у него такое преобладает красные тона и так далее. Интересная работа, которую мы представили ее как демиург галактики бычьих туш. В принципе, считается, что круче Хайма Сютина бычьи туши никто не изобразил. Внизу мы видим Хайма, а вверху над ним того мясника, который когда-то так напугал Хайма, понимаете? Вот эту вот галактику он создал, этих бычьих туч. Здесь мы наблюдаем очень тоже интересная работа, одна из последних «Дорога вечность». Это в основе этого сюжета лежит его картина «Дорога в Каны». Это вот такая вот красная лестница. И по этой дороге вот присутствуют те герои, которых мы наблюдали в процессе вот на протяжении всех 15 сюжетов. То есть мы наблюдаем здесь в этих 15 сюжетах рассказ о том, как бы Хайм приехал, что бы он увидел на родине и как бы его принимала родина в своей памяти. С началом Второй мировой войны в 1939 году во Франции начались антисемитские настроения, и Хайму пришлось прятаться в деревнях на юге Франции. В 1943 году у Хайма открылась язва желудка, и по дороге в Париж на экстренную операцию он умер от перитонита. На Монпарнакском кладбище художника провожают Жан Кокто, Макс Жакобс и Пабло Пикассо. Именно так завершилась судьба известного живописца Хайма Сютина. Работы его стоят десятки миллионов долларов. Он не так раскручен, может быть, не такой брендовый, как, скажем, наш соотечественник, тоже знаменитый мэтр Шагал, но лишь по одной простой причине: у него не было наследников. Он жил, жизнь у него была такая достаточно скрытая, он сторонился людей, и вот эти все обстоятельства, они наложили отпечаток и на его работы. И он очень достаточно рано умер, в 1943 году. Олег, и в завершении, какие у вас ближайшие творческие планы? Куда бы вы хотели поехать с этой выставкой? И есть ли какие-то уже предложения? На сегодняшний день
Скажем, мы имеем ряд отзывов со знаменитых музеев мира, в частности, Еврейского музея на Манхэттене. К нам обращаются коллекционеры Хайма Сутина. Они, в общем-то, говорят, что это уникальный сам по себе рассказ работы в камне. Это мрамор, оникс, кварцит, потому что мы непосредственно сами и эту технику, как бы пришли к этой технике, прожив в камнеобработке, проработав в творчестве более 30 лет. Естественно, нам хотелось бы показать наши работы по всей Беларуси, в первую очередь, чтобы действительно наши соотечественники шире и глубже узнали Хайма Сутина не только по его знаменитой работе «Евы», а ряде других работ, о том, как он жил и так далее. Всю историю жизни. И, естественно, хотелось бы показать наши работы за рубежом.